Добрый вечер. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые тренеры. У нас сегодня вторая часть великолепного эфира небольшой видеоконференции с Эдуардом Николаевичем Безугловым на тему профилактика травм в детско-юношеском футболе. Отвечаю, Алекс, отвечаю. Сегодня у нас Безуглов Эдуард Николаевич, тот же, кто был вчера. Лично мне вчера очень понравилось. Надеюсь, что сегодня будет в таком же ритме проходить все. Ну, с Эдуардом Николаевичем, наверное, никто не сравнится. Согласен, вчера зажег, однозначно. Приятно видеть не только тренеров, не только руководителей школ, но и футболистов, которые подсоединяются. Я думаю, что те вещи, которые рассказывает Эдуард Николаевич, они актуальны для всех. Для родителей, для тренеров, для футболистов. Спасибо большое за комментарий. Очень приятно, что вы оцениваете то, что мы делаем. Вот, надеюсь. Вот Эдуард Николаевич. Эдуард Николаевич. Да, добрый вечер, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Эдуард Николаевич, все вчера хорошо, надеюсь, прошло. Не испортили мы вам сильно вечер? Нет, этот вечер было невозможно испортить никому, да. Отлично, очень, очень рады. Эдуард Николаевич, спасибо в очередной раз, говорю вам, что вы нашли время. Давайте не будем тратить его впустую. Перейдем к тому, ко второй части того, что мы вчера не договорили. Эдуард Николаевич, у меня сразу же вопрос: паховые боли, причины и способы лечения. Сложнейший вопрос. Даже был в 2014 году в Катаре, в Дохе, был консенсус. Специалисты всего мира собирались, несколько дней обсуждали все. Был выпущен консенсус, ну там по терминам разобрались, по причинам. Ну суть основная, если пересказать в двух словах, то причин очень много. Паховых болей у спортсменов, футболистов, и выяснить истинную причину боли, это является самой главной задачей. То есть это челлендж, который очень часто нерешаемый. При этом надо помнить, что очень много причин боли в паху связано с перегрузкой. Самые частые три причины – это симфизит, это воспаление сухожилий вместе прикрепления кости и патология тазобедренного сустава. Так называемый там синдром бедренно-сабилятного сударения, как вариант. Поэтому все копаются вокруг этого. Здесь ключевой момент – это диагностика. Диагностика у нас катастрофическая. Это потому что мало кто знает о реальных причинах. Мало специалистов могут сделать корректное исследование. Это МРТ, КТ, УЗИ по показаниям. Опять же, УЗИ людей, которые УЗИ могут делать спортсмену, и при этом это будет хоть что-то похоже на реальность, их очень мало. В основе диагностики лежит, например, паховые боли при спортивной грыже, например. Это так называемое функциональное МРТ, кино-МРТ или функциональное УЗИ. Вы когда-то слышали, чтобы в России делали функциональное МРТ при паховых болях? Нет, я не слышал. Их не делают. Да, не делают, поэтому вы не слышали. Вот. УЗИ функционально тоже делают единицы, и при этом, опять же, уже у многих спортсменов накопленные изменения есть.
Надо помнить, что перегрузка. Единственное, что делать нельзя, когда боль плохо возникает, не надо там думать, что забегаю, не забегаю. Когда это начинается постепенно, 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 это практически всегда перегрузка. Надо модифицировать нагрузку. Закачивать пахи, так называемые, упражнения на пресс точно не стоит, только все усугубляете. Наоборот, надо менять нагрузку. Например, даже в сборной там полиногранера запрещает футболистам, когда жим от груди делают, штанги от груди, ноги не на полу, а на скамейке, да, чтобы полностью изолировать грудные мышцы, чтобы не было движения на паховую область. Это ключевой момент. На скамейке он ложится или... да, лежит, лежит, но ноги или крестом, или поднимает вверх и ноги скрещивает. Так. Как-то вот сейчас представляю, как это происходит. Нет, я просто со своего опыта вспоминаю, у нас был в Сатурне в Раменском Клаудио Бордон, итальянский физиотерапевт, не знаю, знаком или нет. Вот он нам запрещал тоже делать, это было, наверное, лет 8-9 назад, и он запрещал нам тоже жим делать именно, чтобы ноги стояли на полу. Он их, мы поднимали ноги и скрещивали их, то есть... делаешь жим. Это суть одна, можно, но это более сложный вариант, да, то есть статическая нагрузка, можно просто на их поднять и положить на стопами опереться в скамейку. Но главное развить пах в область, потому что натяжение. Если это очень-очень важный вопрос. Проблема, особенно понятно, это крайние полузащитники, которые должны бежать, подавать, бежать, подавать, бежать, подавать, бежать, подавать и так далее. Проблема тяжелейшая. Те ребята, у которых это начинается, обычно вот так, терпим, никому не говорим, там пытаемся как-то что-то делать, потом начинаем пить обезболивающее, терпим. Здесь ситуация такая, чем дольше вы терпите, тем больше потом будете лечить. Если причиной боли симфизит, воспаление лунной кости, тоже надо правильно диагностировать, корректно выполнить МРТ, в нужных режимах, тогда, соответственно, может диагноз и спрогнозировать срок лечения. И часто просто делают там рентген, видят какой-то артроз, словно сочленение, МРТ даже не делают, если визите, речь там словно не идет. Хотя сделать корректный МРТ, сразу можно уже какие-то сроки лечения даже говорить. Дело чаще, если накоплено, не острая травма, не надрыв какой-то, дело всегда, конечно, достаточно долгое. Быстро не лечится. Лечение какое? Это не покой. Это всегда модификация нагрузки. То есть вы исключаете факторы, вызвавшие эту проблему, но нагрузка продолжается. Но чаще всего, да, это не то чтобы стретчинг. То есть любое воспаление, мы же сказали, лечится через вытяжение. Да? Это специальное упражнение. Это на первых этапах с перевыраженным синдромом может быть НПВС, физиотерапия, низкондуктивная магнитотерапия. Часто мы назначаем большие дозы витамина D, особенно если речь идет о симфизите, воспалении кости. Но надо помнить, что достаточно часто, кстати, не так редко, как может показаться, бывают, так сказать, стрессы повреждения костной ткани, стрессы и переломы. Я знаю 4 футболистов максимально высокого уровня по нашим меркам, которые за последние 2 года в качестве причины боли в паху видел стрессовые повреждения. Буквально позавчера был баскетболист у меня на приеме, который уже 8 месяцев не может играть в баскетбол, дискомфорт чувствует в пах, в области бедра. Его лечат там от спазма подвздошно-поясничной мышцы, там и что-то симфизит ему нашли и так далее. У него на МРТ четко видно стрессовое повреждение оси передней. То есть там четко виден диагноз, там четко понятно, сколько он должен лечить, но лечение должно быть, конечно, явно не такое, как он был, строго обратное лечение быть. Он 2-3 месяца спокойно полечится, все у него пройдет, и будет играть спокойно свой баскетбол дальше. Такое бывает, когда там придет перелом там, седалищной кости, да, лунной кости, может быть, перелом пореже бывает. Я в своей практике видел футболисты переломы крестцовой кости, стрессовый перелом, проявляется, конечно, болями в глубине таза, с тяжелыми болями, там в футболе речь не идет. Лечение, оно простое в том плане, что если диагноз поставил, понятно, как лечить, и время, необходимая нагрузка, все проходит. Если ты не знаешь, это очень часто причина, то есть на УЗИ не выявить. На рентгене не выявить чаще всего. На КТ, да, но опять же на поздних стадиях. Ранней стадии стрессового поражения костной ткани выявляется как? С помощью МРТ, выполненной в правильных последовательностях. Первая степень это на стире, вторая это стир там, Т2, третья это стир Т2, Т1. И на рентгене все эти последовательности не видны, все эти повреждения, они уже выражены. Так, кстати, ломается пятоплюсневая кость, например. Поэтому проблема тяжелейшая. Единственное, что могу посоветовать, это все же, не давать покоя, давать модификацию нагрузки, противовоспалительные, стретчинг, физиотерапия. Но здесь терпеть не надо. Чем дольше вы терпите, тем больше. Оперировать паховые кольца, вот это чего надо... Вот если я с этим борюсь, как могу. В 2012 году на сборной команде России по футболу из 20 футболистов полевых 20 было с паховыми кольцами прооперированными. Сейчас, слава богу, их 0.
слава богу, не потому что начали лучше лечить, там, там, просто ну, подход другой, подход другой. Сейчас операция идет, когда реально если паховая грыжа, настоящая паховая грыжа надо делать, но уже никто там так называемые кольца не оперирует, потому что, поверьте, это не та операция, что необходимо делать. Ну, я вижу в второй лиге, в первой лиге умельцы делают, потом как болел, так на самом деле так и болит, но ты же вроде как уже пахи сделал, можно и потерпеть. Да, есть такие футболисты. Я просто сам лично знаком как раз с тем, что вы говорите. Футболисты оперировали паху, и он говорит, у меня боль не ушла. То есть осталось. Он как бы, сейчас он закончил уже, но не исключено, что поэтому как раз он и закончил. Скажите, вот заслушался вас, просто по ходу был такой вопрос, именно касаемо вот этих болей. Модифицировать тренировочную нагрузку, да, так сказать. Как вот касательно именно футбола вы бы рекомендовали? Какие, ну, как ее можно модифицировать, эту нагрузку, и что именно вы бы советовали давать? Насколько здесь подходит, допустим, если мы говорим о велосипеде? Велосипед здесь, ну, не подходит, как я понимаю, правильно? Ну, опять же, смотрите, вы должны оценить тот уровень нагрузки, который не вызывает болезненных ощущений. То есть, если человек, например, там, при обычной ходьбе, даже уже при обычной ходьбе, просто уже болит. Понятно, что на какое-то время надо вообще, в принципе, оставить, ну, надо даже ходьбу ограничить. Да, ну да, в этой ситуации, условно, там, МПВС и так далее. Ну, острая боль когда, да? Да, да, конечно. И, ну, если такая бывает, что там человек, знаете, приезжает, ну, ноги отвести не может. Ну, какая ему нагрузка? То есть он там, ему надо сначала в покое боль убрать. Ну, давайте потихонечку прогрессию, прогрессию, прогрессию. Ну, как стартовый вариант, велосипед можно использовать, но я бы использовал дозированно, минимальной сначала амплитуде, те упражнения, которые специфичны для футбола, который не вызывает дискомфорт. Мы все же готовим его к игре в футбол. А так бывает, что мы крутим велосипед, педали, все нормально, бегаем по прямой, носимся вообще, цари, боги, все проходит, входим на поле, сразу пускаем, понятно, в общую группу и в бой. Да? То есть там, ну, раз подал, все, опять заболело. Ну, ты думаешь, черт подери, какая у него сложная проблема, а на самом деле, понятно, что так делать нельзя, вы должны подводиться. То есть, понимаете, подача с флагом, мы все прекрасно понимаем, угловой подачи, вынос мяча, да, но это максимальная нагрузка на сухожилие вместе с прикреплением, мы же понимаем, да, то есть максимально сильный удар. Поэтому там сначала, там, наверное, легкие пробежки, потом смена направления, потом короткий пас, да, то есть все это в прогрессии, 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 плюс опять под контролем болевых ощущений, поэтому мы в этих ситуациях уже обезболивающие не даем, когда идет нагрузка, уже чисто специфическое. Но я всегда выступаю за самых первых этапов, как только появится возможность, за специфическую нагрузку по виду спорта. То есть реабилитация футболиста, баскетболиста, волейболиста, теннисиста должна быть, даже при той же патологии, должна быть разной. Принцип, понятно, один и тот же, но используемые средства должны быть разные, специфичные для вида спорта. Эдуард Николаевич, а есть ли какие-то исследования касательно травматизма по уровню травматизма, да, если мы говорим о паховых ну, каких-то болях, там, касательно позиций, допустим, крайний полузащитник или крайний атакующий, те, может быть, кто непосредственно больше выполняет вот это рывково-тормозных действий, да, кто больше там, там подач ударов, и вот игроки какой-то центральной зоны. Честно скажу, я именно по паховым болям такого не встречал. Не встречал по позиции на поле. Но если понимаю, есть работы, большие работы по двигательной активности по разным позициям, то можно предположить, что, понятно, фланговые полузащитники, да, они выполняют максимальный объем работы, и при этом у них добавляется подача с фланга. Да? То есть автоматически они находятся в зоне риска в этой ситуации. Плюс, в чем нюанс еще, что, например, центральный защитник может, ну, на опыте, как говорится, сыграть, да, там, отдать ближнему и так далее, то когда ты играешь на фланге, то таких вариантов нет. То есть ты должен прострелить, ты должен подавать, ты должен возвращаться назад, да, то есть здесь вариантов никаких нет. Поэтому я думаю, чисто, ну, я, таких работ, я думаю, что и нет, потому что я эту тему изучал, когда по паховым болям, у меня там была обзорная работа, опубликованная давно уже, значит, лет 5 назад. Вот, такого не встречал, а вот то, что двигательная активность, именно рывки, интенсивность, наиболее у крайних полузащитников, у опорных полузащитников, да, и это предполагает, что они в зоне риска находятся. Вот, смотрите, непосредственно если мы говорим о тренировочном процессе, то есть есть смысл, опять же, подходя к индивидуализации, да, к тому, что мы говорили, Андрей Владимирович Лексаков об этом говорит, здесь насколько важно тренерам учитывать вот эти вот особенности, да, и с точки зрения вот этого, так сказать, уровня травматизма, скажем, да, менять свой тренировочный процесс. И как вообще, как можно это контролировать, кроме визуального там, или словесного какого-то контроля?
Ну, честно скажу, я могу сейчас много чего наговорить, как это, куча все с контроля есть, да, но вы же не будете сразу после моей там лекции делать там всем тесты генетические, там, iBalance делать, да, там, что-то определять. Один тренер, там, или два тренера на 25 человек. Тренировка плюс-минус, она у всех, ну, одинаковая. Плюс сейчас ребята просто боятся пожаловаться тренеру, потому что боятся, что там показать, что там не мужик, там, место в составе мифическое потерять, хотя, мне кажется, тренер к этому часто нормально относится. Сейчас и тренеры говорят, у тебя либо болит, тогда лечись. А всегда начать, когда в общую группу. Ну, надо четко понимать, что, поверьте, да, я это с мистером Капелло столкнулся, когда там у нас, ну, есть у нас, наверное, такое, не знаю, я надеюсь, поменьше, когда человек там микроцикле пропускает 2 дня, то играть он точно не будет. То есть все, ну как, он 2 дня пропустил, ну куда? Что, например, Капелло всегда говорил, ребята, ну, если футболист умеет играть в футбол, за 3 дня он только лучше станет. Если пауза будет, да, то есть там, ну, как раз гарантированно наполнится гликогеном, как он говорил, поймает точно суперкомпенсацию, великолепно сыграет. Но если человек может играть в футбол, то есть он не дотренируется, да, абсолютно. У нас 2 дня, поэтому все там, паузу делать нельзя, серии там все делают по 6, как ты сделаешь 4, что-то там типа особо, понятно. Здесь вот как раз в этом отношении надо, когда есть доверительные отношения, человек жалуется, но опять же, вы сами прекрасно понимаете, что могут на шею садиться, да, то есть, ну, разная ситуация бывает. Поэтому здесь универсального рецепта нет. Рецепта нет, есть вещи, которые, вот мы говорили, вот здесь вопрос про пресс был, про отжимание же был вопрос. Да, правильно, все, не надо делать ничего до отказа, не надо делать до отказа. Вы же в игре их не делаете, они же в игре не делают рывки, пока на поле не упадут. Но в игре же, мы, по идее, должны смоделировать игру, мы же готовим их к игре в футбол на поле. Правильно? То есть, если он делает там зону какой-то километраж, какой-то там скоростную работу, но, вероятно, надо в тренировочном процессе учитывать специфику вида спорта. Как вот, кстати, в нашей научной комплексной группе «Сбон России по футболу», вот мы там часто спорим, дискутируем, соглашаемся, каждый день практически общаемся. Что такое современный футбол высокого уровня? Это взрыв остановился. Восполнил креатин фосфат, отдохнул. Что такое футбол? Об этом паниках Владимир Владимирович вот, рассказывал. Вот о чем речь. А что такое футбол? Ну, элитный, но не самый элитный на свете. Труса ускорился, да? А потом на тренинге, типа, моя команда пробежала 125 километров по полю. Супер. А месяц назад, когда был другой тренинг, бежала 112 километров по полю. А то, что сборная Франции бежала во время чемпионата мира в финале 106 километров по полю, он не хочет об этом рассказать, понимаете? Ну, футбол все же, ну, чуть другое. Это вид спорта, где надо взрываться и успеть отдыхать. Других вариантов нет. Эдуард Николаевич, развейте миф или подтвердите им вот такое мнение, да, что искусственное поле влияет на вот уровень травматизма, именно паховых колец, и перейдем там к болям в спине, там, вот если это. Футбол медик в инстаграм аккаунте у нас было 2 или 3 подряд поста, посвященных этому, и есть на американском футболе, они там тоже часто меняются. Ряд работ говорят, что никак не влияет. То есть, если вы играете на искусственном поле постоянно, на поле искусственном, натурально постоянно, то эфир, ну, травматизм плюс-минус одинаков. Когда смена происходит, да, увеличивается травма голеностопного коленного сустава. Но здесь опять же надо понимать, что такое поле искусственное. Когда там кто-то осваивает бюджет и на бетон кладет старый газон какой-то, да, то есть, ну, это искусственное поле. У нас, как в стране не спросишь, у нас все поля 5-го поколения. Не знаю, есть там 5-е поколение, нет, все хотелось выяснить. У нас ниже поколений нет. У нас весь в мире 3D, у нас 7D, да, то есть там у нас там весь в мире 4G, у нас там 8G. Искусственные поля 5-го поколения. Когда губернатору надо рассказать про то, что деньги выделить 5-го поколения, 6-го поколения, как оно выглядит, никто не знает. Да, поэтому здесь, когда мы говорим о полях высокого уровня, высококачественных, искусственных, и говорим о полях натуральных. Вот вы живете в Калининграде, много у вас полей высокого уровня натуральных? Натурально. Видите, у нас сейчас наследие чемпионата мира. У нас остались натуральные поля, у нас база шикарная на море, там в Светлогорске, в городе. В принципе, у нас сейчас за последние 2 года огромный произошел скачок в инфраструктуре. У нас было одно искусственное поле на город стандартных размеров. Это было последние там, лет, наверное, 15, грубо 10. То есть, ну, одно, два, потом второе убрали. А сейчас у нас появились искусственные поля, их там порядка там, 4-5. И натуральных, ну, опять же, хорошего качества, да, вы правильно говорите, что все равно, чем больше времени проходит, тем сложнее держать уровень полей, который был. Ну, а сколько занимается людей в футболе в Калининградском крае, в области футбола? Сколько занимается? Ну, у нас, смотрите, 2 больших специализированных школы, это Балтика, ну, как бы сейчас центр подготовки, да, мы хотим перейти, опять же, в академию.
Шор номер 5 школа, и частных школ порядка, ну, больше 15 частных школ. Ну, вот видите, то есть больше там 2000 детей даже играют в футбол. Мужики играют, юноши играют, там, женщина она играет. Вы говорите, у нас наследие чемпионата мира, дай бог здоровья чемпионата мира. У нас 4 поля искусственных, и там сколько, 2 или 3 натуральных. Ну, о чем мы сейчас говорим, да? Вы же прекрасно понимаете, что натуральное поле, оно, ну, понятно, приятно на травке-то поиграть в футбол. Поэтому здесь, когда мы говорим, травматизм сравниваем, давайте мы сравним травматизм. То есть, ну, таких работ даже быть нам по России не может. То есть, ну, весь мир, знаете, как пишут, работа 19-го года, 18-го, сравнивали травматизм на искусственных полях третьего поколения. А я просто думаю, елки-палки, какие отстал, у них 18-й год, третье поколение, у нас по всей стране пятого уже лежит, да? То есть, им бы сообщить, вы в Россию приезжайте, посмотрите на наше пятое поколение, да? Я приезжаю на наше пятое поколение после дождя, да? А там по щиколотку воды, да, и, ну, понимаете, каждый подкат это трагедия, да, такая греческий эпос. Поэтому здесь, опять же, если поле идеальное, искусственно, за ним нормально ухаживать, это одна ситуация. То же самое касается натурального поля. Если на натуральном поле подразумеваем то, что где пасут коров, а вечером играют в футбол, то это другая ситуация, понимаете? Поэтому здесь, мне кажется, что, ну, посмотрите наши поля, сейчас там есть по матч-премьеру, там, по-моему, идет, да, там, про историю футбола российского, ну, 90-е годы вспомните поля, да? Ну, натуральное же поле, натуральное поле. Ну, да. Ну, никому же было не придется сравнивать сейчас эти поля с теми, что были раньше. Поэтому здесь все очень относительно. И считается, что травматизм плюс-минус одинаков, если все время играть на натуральных искусственных полях, то хорошего уровня. Эдуард Николаевич, такой вот вопрос. Травма голеностопного сустава – это следствие или обстоятельство? Расскажите немножко об этом. Ну, во-первых, надо понимать, что как раз вот у нас сейчас одно исследование большое отправлено в журнал, очень известный американский, по стопам футболистов, по распространению бессимптомных изменений в коленостопном суставе футболистов, которых жалоб не предъявляет никаких. Почти у всех изменения есть, артрозы, хондромаляция, жалоб нет. Там отек остригоном и так далее. То есть так, термин «стопа футболиста» описан еще там, в 40-х годах. Там по рентгену, сейчас по МРТ. Это всегда-всегда выраженные изменения. А когда что-то начинает болеть, разобраться, что болит, очень часто сложнее, чем даже в паху. Поверьте. Единственное, чего я предостерег, в стопу не надо лезть с помощью операции. Вернуться потом на прежний уровень очень тяжело. Ну, потому что там длительная мобилизация, не факт, что соперировали то, что надо было соперировать, да, вот, слишком большой объем операции. У меня в том году был случай, ну, я видел там, ну, мальчик просто нормальному пацану просто сделали якобы аномалию Хаглунда, просто пятку пополам разрубили и все. Ну, понятно, что парень в футбол играть не будет. Да, то есть на высоком уровне. Вот, хочу ошибаться, ну, хирургу типа, я так вижу. Ну, по идее, ему надо просто там, ну, по идее, надо прям, ну, прям прийти и избить его, потому что пацану сломал карьеру, понимаете, тоже деятель, видит он так. Вот, а у нас же кого не спросишь, все оперируют только кого. Все. Вот я ко мне сколько в клинику приезжаю, знаете, был хирург, который сборную нашу оперирует. Говорю, какую сборную? Он по футболу. Говорю, понял, все. Ну, я даже имен не спрашиваю. Говорю, ну, я знаю, где оперируется, у нас типа футбол, если она оперируется. Точно не... Ну, не у нас в стране, скажем так, к сожалению. Вот, поэтому здесь причин очень много. Самая важная причина – лишний вес. Лишний вес и, скажем так, отсутствие кондиций. Да, кондиции, то есть это, ну, подразумевается там координация, прорецепция и так далее. Поэтому за этим надо всегда следить. Плюс вы понимаете, что стопа – это тот орган, который всегда травматизирует, всегда. Но бьете по мячу всегда. Всегда миг травматизации. Какие могут вообще быть варианты? То есть тут. Поэтому там куча всего может быть. Пятая плюсневая ломается чаще всего, понятно, самая часто травма стресса у футболистов. Считается, на одну команду, на два сезона одна плюсневая может быть, это, ну, как средняя по Европе. Поэтому здесь, опять же, рецепт такой. Вес, кстати, ахилл очень не любит лишнего веса. Очень не любит. Когда там приходят люди, говорят, вот я мне сделал, порвал ахилл во время реабилитации. Ну, он думает, что он футболист, да? Они же все считают действительно себя футболистами. Во дворе играешь, все, футболист. Все, попробуй сказать, что не футболист. Обидится, врага себе наживешь. Он набирает, у него реабилитация происходит, она чаще всего за столом с тарелкой борща, да, и с булкой хлеба. Он набирает плюс 5, плюс 7. И типа, я же все делаю, у меня плюс 5, плюс 7, типа, ну а как я не буду, я же меньше тренируюсь, ну понятно, у меня плюс 5, плюс 7. Это приговор для ахилла. Поэтому контроль веса,
И вот функциональность станет стопы поддерживать постоянно. И не обращать внимания, честно говоря, что пишут МРТ, потому что только на функцию стопы надо ориентироваться. Полная функция, играем, тренируемся. Есть дефект по функции, тогда нужно думать, с чем это связано. Спасибо. Такой вот вопрос. Влияние объема бедра на скоростные способности футболиста. Как влияет? Не знаю. Не знаю, вообще не знаю, честно, не задумывался, честно скажу, не задумывался, готов где-то поискать, но даже вот вспоминаю сейчас нашу сборную, тесты 20 метров, бегут спринты, вспоминая лидеров, кто быстрее всех бежит, ну, бедро плюс-минус как, ну, то есть не выдающееся бедро, вообще не выдающееся. Если не секрет, кто у нас быстрее всех бежит? Смолов? Нет, у нас есть группа футболистов, которая бежит 20 метров, 2.5-2.6 бежит, есть группа футболистов, но из там 2.8-2.9 бежит вся сборная, 20 метров спринт. То есть, в принципе, ну, бедра, ну... Нету какой-то прямой пропорциональности, да, к этому, ну, то есть, от объема бедра. Посмотрите на бедра лучших бегунов в мире спринтеров. Там Сергея Шубенкова посмотрите, Рамиля Гулиева, действующий чемпион мира, посмотрите на 200 метров. То есть, понятно, что там спринт, понятно, там генетика и так далее. То есть, ну, там скажут, что там прям вы смотрите. У некоторых наших футболистов икроножка такая, что, там, не знаю, как они там брюки себе подбирают. Но я, честно, я опять же, я исследований не видел, и я думаю, что какой-то прямозависти быть не должно. Я понял, дорогой, спасибо. Эдуард Николаевич, расскажите, пожалуйста, о питании. Помню, вы на одной из конференций уделяли этому внимание. Интересует питание в детском и юношеском футболе. Два момента. Первый, примерный рацион питания по витамину D. Да, я помню, и на Nike вы об этом говорили. Если не трудно сейчас, об этом пару немножко слов. Какими продуктами, да, мы их можем... Потому что я лично могу сказать, что я изменил свой рацион питания благодаря вам. И момент такой именно перекусов. Немножко перекусам уделите внимание, если вам... Не трудно. Перекус перед игрой или перед тренировкой? Да, кстати, часто вопрос. Команда едет куда-то на турнир какой-то, играет там по 25 игр в день. Вот, у тренера вопрос, как тренироваться между играми, тренироваться, то все же, вроде как уже играем 20 игр в день, сам потом тренироваться. Что есть? Ключевой момент. Игра в футбол в этой ситуации – это углеводы. Углеводы. Все. То есть качественный белок. Когда мы ездим на турниры многодневные, да, то есть углеводы, восполнение водно-липидного баланса, мы тоже об этом говорили, вес до, вес после матча, вес до, вес после тренировки, умножаем на 1.5, восполняем, все. Качественные и углеводы длинные, все. То есть и много-много-много-много спим. Других вариантов нет. Вот вообще других вариантов нет. При этом все продукты, понятно, должны быть привычными, не надо там ничего экспериментировать. И здесь надо и ребятам, ну, мы с детства должны их приучать быть профессионалами. Вариант, что, ой, мне там 3 дня подряд мы едим один и тот же там, не знаю, там, бутерброд с хлебом, со злаком, хлебом и творогом зернистым намазанным на него, это невкусно, давайте там сникерс съем. Ну, что значит ты сникерс съешь? Ты приехал в футбол, ты приехал представлять команду, ты должен показать лучше, быть лучше в своей версии, да? Поэтому надо уж, ну, набраться терпения, есть, может быть, более скучные продукты, но, тем не менее, их есть. В качестве перекуса я бы использовал, там, у нас есть специальные батончики, да, то есть почему-то, когда мы покупаем сникерс в магазине, ребенок у вас есть в магазине, бабушки на скамеечке у подъезда не падают в обморок с криками «Ой, какую он химию ест!» Покупаешь протеиновый батончик, все начинается с разговора про химию. То есть, ну, почитайте состав. Ну, состав уж точно не более вреден, чем условно сникерса, да? Поэтому я бы простые бутерброды, бананы, печенье даже печенье, ну, в детском возрасте, да, здесь понимать. Поэтому вот углеводы, длинный сон, качественный белок, но я понимаю, что когда мы едем в Крымск там или куда там едем, плацкарты, там через всю страну, ну, я этот доктор Сболна, честно говоря, про качественный белок, да, но если нам будут требовать там мраморную говядину, понятно, что она будет неправильная, там, и стейки какие-то нереальные. Вот, ну, качественный белок в этой ситуации, включающий там молочные продукты питания, здесь надо следить за их качеством и свежестью, да, это, ну, сою там не рекомендую, понятно, наверное, ситуация. Но это хорошее, простое мясо. Точно не полуфабрикаты, точно не колбаса.
Слышали такое, кальций, овсянка вымывает кальций. Овсянка не вымывает кальций, неправда. Это вообще даже голос с этим не забивайте, поверьте. Вот, поэтому вот такое питание, оно должно быть простое. То есть, когда мы едем на турнир, мы едем на турнир. Мы едем показать себя с лучшей стороны. Поэтому там надо быть максимально профессионалом. Да? То есть, если вы приехали играть, я не говорю про победу. То есть не надо там гнаться, наверное, в детском футболе за результатом, хотя надо в каждой игре побеждать, но это трагедия. Я некоторых тренеров вижу на бровке, но мне искренне страшно, ну, страшно за них, потому что их может случиться какой-то инсульт, инфаркт, ну, просто, ну, никто же помощи не окажет, да? Вот, детей реально жалко, там мне страшно становится, да, то есть детям-то вообще прям карапузом. Вот, но понятно, что каждый должен показать лучший пик, и тренер, его команда, и спортсмен. Поэтому надо быть еще, ну, как, надо быть профессионалами. Надо и тренеру, и команде, там родители актив-то продумать рацион. Я знаю бегунов, я сам любитель бега, там бегу там кое-как, условно бегу, но я еду на марафон в Лондон, я беру с собой овсянку, я с собой беру какие-то там, не знаю, там крупы и так далее, чтобы не зависеть там ни от кого и понимать, что в нужный день я съем там бутерброд свой с медом утром, съем там овсянку, выпью там сладкий чай и пойду на тренировку, понимаете? Но надо, к этому надо готовиться. А у нас приезжаем мы на турнир, 3 игры отыграли, у нас возникает вопрос у тренера: так, чем же ребят накормить? И начинается бег, условно, по Анапе, начинается за полезной вкусной пищей, понимаете? Что мешает заранее подготовить? Ничего не мешает, ничего не мешает. По поводу питания, витамина D, мы все живем в нашей стране, в России. Дефицит на D у нас, я думаю, что больше, чем 80% населения. Боятся испытаний, продуктов питания, вы их не получите, в отличие от кальция, в отличие от йода. Не получите, не получите. В этом убежден только наше субпитание, что можно получить. Весь мир считает, что только, ну, солнце, условно, ультрафиолетовые лучи, причем их активность в 80 сезон тоже разная. Были работы в Венгрии, в Италии работы сравнили активность ультрафиолетовых лучей, так она отличается более чем 30 раз летом и зимой. Более чем 30 раз. Плюс, поэтому и на турниры, когда едем, готовимся к ним. Ну, Калининград тоже, я так понимаю, не самое теплое место на свете, да? Ну, хотя все относительно, конечно. Да, сейчас жители Магадана... Зимой, кстати говоря, теплое. А вот летом у нас плюс-минус туда-сюда 10 градусов ходит зимой и летом. То есть... Ну, вот видите, вот зато у вас красиво, да. Вот, опять же, ну, витамин D, то есть, ну, в дозе там, ну, 10 лет и стаж, на 5000 день единиц, ну, какие проблемы? То есть, ни один человек в мире не расскажет, а нет таких данных, что там вредно, не вредно, какая-то передозировка какая-то, какая передозировка. Ну, давайте, ну, боитесь давать там 5000, хотя, ну, у меня он, сын пьет 5000, дочке 2 года, 4 месяца, пьет 2000 единиц витамина D в день. Там капельками дает, пьет йод 150 микрограмм. Но мы живем в 21 веке. А такое ощущение, что на территории России в некоторых ситуациях крепостное право не отменили еще. Да? Вот, поэтому спокойно пить витамин D это ключевой момент. Кальций, витамин D, контроль железа. Да? Потому что это фактор, напрямую влияющий на специфическую работоспособность. У маленьких деток бы я обращал бы внимание еще на йод. На йод, потому что у нас очень много регионов находится в дефиците по йоду, и, соответственно, измерить его можно только суточной йодурией в моче, практически нереально, и доз должны быть, и очень многим не хватает. А это когнитивные функции, это психическая сфера, для маленьких детей принципиальный момент. Поэтому есть надо часто, есть надо то, что нравится, но есть вещи, которые есть не надо. То есть там, ну, полуфабрикат не обсуждается, жареный не обсуждается, кепчик майонез не обсуждается. То есть мы когда говорим, знаете, а мне хочется, ну так ты определись. Ну ты себя называешь, когда в школе на линейке говорят, там, Петя Иванов спортсмен, Петя грудь колесом, выходит он спортсмен. Когда тренер говорит, этого нельзя, он говорит, а я хочу. Он кто в этой ситуации? Ну, спортсмен, значит, есть какие-то там ограничения, есть какие-то правила, да? То есть, ну, никто же не запрещает там тебе вообще никогда это не есть. Но есть тренировочный процесс. Ну, наелся, я видел футболиста, слава богу, давно. Тренировка начинается через 5 минут, он сидит при тарелке с макаронами, у него там пол флакона спагетти, кетчупа, пол флакона майонеза. Он на ходу заедая бежит на тренировку. Царь, вообще царь, просто профи экстра-класса, понимаете? Все, поэтому здесь мелочей нет. И надо нам настраиваться. Вы, я, врачи, тренеры. Должны быть профессионалы. А профессионализм это что? Это мало того, что знания, там, желание их применить, но это подготовка к применению этих знаний. Едем на сбор, к нему надо готовиться. У нас очень много тренеров, чтобы рассуждать
футболе, знаете, вот если расскажу, в футболе мелочей не бывает. Это когда часто бывает, когда надо чартер на сбор выбить, или чтобы на этаже в гостинице никто не жил, ну, когда клуб на деньги развести. Вот там мелочей не бывает. Как только надо там куда-то, вот, ну, лень сегодня, полтора часа на поле, лень, да, сразу. Или самому картошечка жареная нравится, да, можно, в рацион можно, ну, можно. Надо определиться. Или ты профессионал, и ты без перегибов делаешь то, что надо делать. Или ты, ну, классный парень, классный мужчина, там, Иваныч, за которого можно жизнь отдать, ну, тогда, вот, ну, это не профессионализм. Спасибо, Эдуард Николаевич. Я думаю, что это очень полезная информация. И, наверное, слушая вас, ну, опять же, я это уже понял, можно сказать, там, после первых ваших выступлений, что очень важно, на самом деле, тренеров обучать этому, чтобы тренеры понимали сами, да, чтобы мы могли учить, передавать детям, тренеры должны иметь сами эти знания, то есть как питаться, что когда есть, что непосредственно там есть до игры там, или до тренировки, да, там, как завтракать, как обедать, Честно говоря, здесь вот я тоже говорю, вот, все ловлю на мысли вещи, которые на самом деле реально лет 20 назад уже описаны, начали описываться. Мне кажется, там уже забыли, опять о них вспомнили и так далее. Есть куча книг, там, если нам пособие, книга такая УЕФА. УЕФА выпускала энциклопедию медицинскую по футбольной медицине. ФИФА выпускает. Перевод такой книги стоит 100 тысяч рублей. Перевод такой книги. Вот прям перевести, заставить всех тренеров, кто получает лицензию, просто ее по ней сдать экзамен. Все, поверьте. Вот поверьте, ну... Нет. На вопрос, у нас все опять жутко начитанные, жутко прогрессирующие, на вопрос, какую книгу последние прочитали, стоит трагическая тишина. Вот узнать, вот кто из тренеров, поставьте здесь плюсик, кто из тренеров выписывает зарубежные журналы, ведущие по спортивным наукам. Вот просто плюсик поставьте, просто плюсик. Но я ответ знаю. Это я ничего никого не обвиняю. Но по факту так оно и есть. Есть журнал Jordan там, Stretch Condition Research. Один из самых авторитетных журналов в мире. Ну, поверьте, там про футбол, про физиологию футбола, спорта. Каждый номер десятки топовых статей. Топовых. Там вот сейчас был про вингейтес у детей. 11-16-летние дети футболисты, какие-то амазонские активности. Все есть. Ну, никто ж не... Вот что мешает читать? Ничего не мешает читать. Вот ничего не мешает читать. Подписка стоит. Вот Федерация, не знаю, там, футбола Калининградской области. Поверьте, может, пускай три журнала выписывать. И тему закрыть. С образованием тему закроют. Две книги купить. И просто, вот я все в клинике говорю, коллеги, раз в неделю собираемся, все освещаем одну тему. Вот вы готовите, значит, тему, ты это готовить. Все собираются, скрипят, ругаются. Я говорю, ну вы-то, они еще мне молодые, они мне еще не могут никого послать, да? Поэтому скрипят, ругаются. С чем старше, все, времени нет, анализируют матчи, смотрят, ну, то есть, куда ни плюс, а все матчи анализируют, понимаете? Да, Эдуард Николаевич, очень актуально. Эдуард Николаевич, спасибо вам за вашу прямоту, за то, что вы, как говорится, правду матку, вот, потому что, ну, честно сказать, не так много людей, способных говорить все как есть и открыто, ничего не боясь, так скажем. Да, здесь ты можешь себя обманывать, можешь вообще себя обманывать, ноль вопросов. Когда я захожу, понимаете, можно рассказывать, да, мы в порядке полном, в Европе все ерунда, да чему они нас там научат? Не исключаю, вообще не исключаю. Вообще, лучше мы, нечему там учиться. Все мы знаем. Но вышли в Лигу Чемпионов с группы, герой, все при жизни. Да? Там всякое, ну, даже без комментариев. Была конференция из Кинетик в Лондоне в том году. 2500 человек со всего мира. Топ, весь топ. Премьер-лига в полном составе тренера. Винсент Дель Боски прилетел. Топ из России. Безуглов, Сгоев, Паников из Краснодара, из Зенита. Все. Из России. Из Папуа Новой Гвинеи было больше специалистов. Понимаете? Все мы знаем. Все умеем, все знаем. Эдуард Николаевич, я думаю, что
все будет меняться. Надеюсь на это, верю в это. И опять же, с вашим посылом, ну и надеюсь, что мы будем также соответствовать, повышать себе требования, да, и самообразовываться все больше и больше. Эдуард Николаевич, вопрос такой. Работа, вы касались там немножко, работа вот в тренажерном зале и использование сфер, полусфер, резинок. Немножко уделите этому внимание, какие-то рекомендации дайте свои. Здесь, кстати, как раз я за них, за них. Опять, знаете, какой есть стереотип чуть-чуть, что это всегда работа такая, знаете, вроде как легкая работа. То есть это всегда, то есть, ну, вот на поле мы тренировались, мы понимаем, что тренировка полноценная, да, то есть мы там считаем, там, час посчитали. Со штангой тоже мы всегда работу считаем такую, то есть там, ну, полноценная работа, там, прыжковая работа, а вот к работе вот с такими, на малом оборудовании, да, у нас вот такой стереотип чуть-чуть, что, ну, вроде как, да, профилактика всегда больше, да, то есть чуть-чуть вот когда недооценка. Поверьте, это очень непростая работа, очень простая работа. Здесь очень легко передозировать с точки зрения общего объема. Я за нее, всегда за нее, но только, опять же, любую работу нужно делать сконцентрированно. То есть вот у нас в клинике реабилитация происходит, когда, знаете, я вот, ну, я дико раздражаюсь, но я, это не мое дело. Когда там футболист, баскетболист приходит, там, разминка, там, он на велосипеде, он сидит, крутит педали, сидит в телефоне. То есть разминка перед работой, это не разминка, это уже работа начата. Максимальная концентрация, внимание к деталям, выполнение плана тренировок. Вот когда и к этим упражнениям также относятся, когда вы отработали технику, а не так, что дали бы ему там полусферу, говорит, так, ну, Петь, 20 раз присядь. Ну, он присядет 20 раз. Тренер ему сказал, ну, что себе, это, попробуй тренер ослушаться, да? Когда изучить, и когда мы понимаем, для чего, и когда мы делаем. Например, самое популярное, самое распространенное, ну, обоснованное упражнение для профилактики травм задней поверхности бедра. Так называемые там, ну, там, не знаю, Норвегиан Кёрл, скандинавское упражнение, американцы называют это русским упражнением. Два раза в неделю, условно, там, по два подхода, по 10-12 раз. Чуть-чуть переборщить, ну, реально можно порваться. Реально можно порваться. Ну, не надо начинать каждый день это делать, три подхода по 20 раз. Конечно, ну, и не то, что порвешься, должен порваться. Так не упражнение в этом виновато. Упражнение здесь еще при чем? Да? Володя Габулов играл в Бельгии. Я всегда спрашиваю наших ребят, когда они из клубов приезжают, ну, что там интересного, нового и так далее. Саша Головина всегда спрашиваю. И убеждаюсь, кстати, что плюс-минус все во всем мире уже одинаково. То есть, ну, то ли наш уровень растет, там, больше читаем, смотрим, то ли футбол. То есть, ну, плюс-минус то же самое. То же самое. Вместо средств реабилитации, восстановления, питания спортивное, да? Вот Володя спрашивает, что делать? Какие это особенности? Несколько раз в неделю сдаем мочу, плотность мочи смотрим, обезвоживание контролируем. И делаем, команда делает два раза в неделю, Norwegian Curl, там два подхода по 13-15 раз. То есть на заднем раз бедра. Все. То есть, ну, брюки команда. Там, кстати, врач топовый. Они много лет в исследованиях Лиги Чемпионов принимают участие. Да? Поэтому здесь вы должны понять, для чего вы делаете, когда вы это делаете. Когда. Есть ли возле травматизма какой-то группы? Да. И плюс, все же, я всегда стараюсь, чтобы делать, знаете, не до отказа, а больше, лучше, правильно. Сохраняя принцип, но максимально адаптированно к игре в футбол. Все же мы играем в футбол. Да? То есть нельзя бегать там, ну, по полю очень быстро куда-то, но эта игра совсем другая, да? Торможение, ускорение и так далее. Поэтому надо все же, как всегда, даже в этих упражнениях следить, думать специфически и ни в коем случае не переборщить с ними, ни в коем случае. Эдуард Николаевич, есть вопрос вот у нас онлайн. Если у ребенка была шинца, значит ли, что предрасположен к БОШ? Ну, здесь, ну, там пятка, там колено. Бывает, что одновременно начинается, редко, правда, бывает по очереди, и то остеохондропатия, и то болезни роста, и то на самом деле болезни перегрузочные. Может быть, но сказать, это же предрасположенность какая-то, сочетание, таких работ точно нет. Кстати, сейчас болезнь Ользвейг-Шлаттера, такая очень модная тема, мне всегда казалось, что она как-то вроде как, ну, плюс-минус все решена, она описана там в 1903 году, описана, то есть уже 117 лет назад ее описали люди. Вот, а сейчас вот ренессанс интереса к ней, ренессанс, топовые журналы пишут статьи, исследования, а вот чтобы понимали, когда вы отправляете статью в крутой журнал, если
рецензент, даже редактор, рецензент надо дожить еще, считает, что ваша тема просто не актуальна, не остра, ее просто не примут, просто не примут. А мы видим рост интереса по публикациям. Это публикация, и опять все пишут, удлиняйте прямую мышцу бедра и пейте витамин D. Удлиняйте прямую мышцу бедра и пейте витамин D. Но не сложно, не сложно же, да. Мы все стремимся к сложности. Должна быть система, и мы должны понимать, что мы хотим от него, что мы от него хотим. Все. Других вариантов нет. Поэтому здесь увеличивать ему выносливость там, в 10-12 лет. Куда, какая выносливость, куда он там. Понятно, надо учитывать периоды роста. Вот мы вчера говорили, что 13 лет период максимального роста. В этой ситуации там и питание должно быть там другим, да, и подход тренировочный может быть другим. Поэтому здесь как раз надо, ну, прям очень-очень-очень серьезно. Эдуард Николаевич, вопрос как раз по питанию тоже у нас есть. Протеин для детей, польза или вред? Он ровно, поверьте, по составу ничем не отличается. Ну, он не более химичен, чем Макси Кинг от Киндера. Да? То есть Макси Кинг вы покупаете, там химии гораздо больше, чем в протеине. Я никаких проблем не вижу. Единственное, что протеин не должен быть заменой питания. Это всегда дополнение к питанию. Если вы поехали на сбор, вот вы поехали на турнир поехали, вы понимаете, что перед сном ребенок, ну, растущий родитель должен получить 25-30 граммов белка, должен получить. Но он может 25-30 выпить где? В литре кефира. Ну, во-первых, купите литр кефира сначала, купите, да? 100 рублей сейчас литр кефира, правильно? Вот, 30, не каждый ребенок это выпьет. Легче гораздо приготовить коктейль, да? То есть, ну, почему он должен быть химией? Ну, это сывороточный белок, там, да, это яйца, соя. Например, сбор России по футболу всегда бывает поздний ужин на этаже, где-то массажные кабинеты, там углеводы всегда, мы ставим разные, в отличие от фазы цикла, да, напитки, потому что лихоритный баланс, там белка особо нет, но всегда стоит в холодильнике, стоит такой, ну, не бидон такая, ну, как сказать, графин с протеином, все время клубничный и так далее. Ребята все знают. Приходят, стакан-два налили, выпили, пошли спать. Это уже, ну, опять же приучали. Рассказали сначала, поставили. Это было 3 года назад условно. 3-4 дня, там полфлакона уходило. Потом массажист приходит, а я все, что делается, я контролирую. То есть я назначаю, они делают, но что-то если менять, всегда мне сообщают. Говорит, Эдуард Николаевич, закончился флакон, ну, графин закончился. Я говорю, давай еще, все делаем еще. Сейчас 4-5 флакона уходит. То есть я понимаю, что вся команда пьет. А когда смотрите, футболиста заставить делать что-то против его воли, невозможно. Да? Поэтому я никаких проблем не вижу, ну, вообще никаких проблем не вижу. Это гораздо лучше, чем ничего не делать. И плюс это проще, то есть качественный протеин, разведен в качественном молоке это, или в воде, это точно лучше, чем он купит обернутую в целлофан в ларьке, там, сдобу так называемую, там, и заест это сникерсом, и запьет это соком добрым, который добрый только является фантазией его производителя, да, там, так, ну, отрава, чистый сахар. Что в этом плохого? Ничего плохого нет. То же самое, как это БЦА, но БЦА это есть, да, незаменимые, 4 незаменимые аминокислоты. То есть, ну, вот как раз вопрос по поводу, кратком ваше мнение по L-карнитину и БЦА. Ну, L-карнитин, согласно его действию, просто детям даром не нужен. Просто согласно его действию, механизму действия, он даром детям не нужен. А БЦА почему нет? То есть, ну, если вы считаете, что там тяжелые тренировки, да, период максимального роста, когда понимаете, что вы не можете контролировать питание, почему нет? Я никаких проблем не вижу. У нас тоже, кстати, в сборной, я знаю, в некоторых командах уже используются какие-то напитки, затоники с БЦА вместе. Пьют. И опять же, жаркое время года, я знаю, я видел несколько игр, когда команда выпивала по 1,5 литра ведра в перерыве. Выпивали этих изотоников с БЦА. Вот. Потом чуть кофеина и в бой. Эдуард Николаевич, вопрос у нас такой, если не трудно, пожалуйста, можете продублировать по поводу журналов, где находятся спортивные статьи? Попросили, если не трудно, назовите, пожалуйста, еще раз журналы. Смотрите, я сейчас открою секрет. Я прямо сейчас в комментариях пишу. Вот есть сайт. Я прям прислал. Увидели? Да. Заходите на сайт. Видно. Заходите на сайт. Открою секрет. Заходите на сайт Скимага. Открывайте раздел Journal Ranks. По регионам, смотрите, в России там нет журналов. Все, запомните. Нет журналов. Открывайте Journal Ranks.
ну, рейтинг журналов и так далее, да, там раздел, ну, категории научные. Выбираете спорт сайенс, спортивные науки. Можете выбрать спорт медицин, ортопедия спорта, там они плюс-минус пересекаются. Кликаете, кликаете. И все лучшие в мире журналы, их там 500. Самого крутого, сейчас это American Journal of Sport Medicine, у которого есть Sport Medicine, третьим British Journal of Sport Medicine, и они прям до конца. Есть журналы, так называемые, там, открывая тоже секрет, но мы же живем в стране, которая поборола пиратство, видеопиратство и так далее, да, мы приличные джентльмены. Вот, поэтому не пользуйтесь пиратскими сайтами. Есть такие пиратские сайты, где можете загрузить DOI журнала, статьи, и ее прочитать. Но мы джентльмены, мы такого не делаем. Открывайте секретик. Там вот в Скеймаго вы увидите напротив всякого журнала такой ключик, замочек открытый такой. Это значит журнал открытого доступа. За статьи в них, авторы платят деньги, не маленькие деньги. Там от 700 долларов до 4000 долларов может доходить. Ну, в чем плюс для авторов? Не легче там публиковаться, но эти статьи открыты, их легче цитировать. Все ученые гонятся с цитированиями. Но есть множество журналов, ведущие журналы не такие, там статьи бесплатно публикуются для авторов, но для того, чтобы прочитать, вы должны заплатить, например, там, 27 долларов. Вот у меня вчера публиковалась тезиса на Парижской конференции по влиянию футбола на почки. Вот для того, чтобы почитать этот тезис, вы должны заплатить 27 долларов. Я думаю, у вас нет желания это платить. Да? Вот это, ну, тысяча рублей, как тысяча рублей? Это 1500 рублей за статью, да? То есть, ну, кажется, ничего себе, обалдели. Вот, поэтому можно пользоваться журналом открытого доступа. Эдуард Николаевич, мы иногда за конференции там, 2 часа по 1500 платим, поэтому я думаю, что 1000 рублей за статью, которая может... Я думаю, что вы как только почитаете, поймете, черт подери, за что я заплатил 1500, поверьте, нет. Поэтому легче выписать журнал. Но вы можете назвать, там в фильтрах есть только журнал открытого доступа. И вы увидите там много журналов крутых открытого доступа. Вот журнал, который я назвал, у меня там в июне выходит статья по эффекту в хоккее российском. Он закрытый. То есть там надо платить за статьи. Но если не пользоваться пиратскими сайтами, конечно. А вот есть журнал Athletic Training. Он очень крутой журнал. Он открытого доступа. Там все статьи находятся в открытом доступе. Но даже в журналах, которые я назвал, они открыты. Доступ. То есть вы можете прочитать, про что статья. Можете прочитать. Потом заходите в нюансы. Но тогда надо, соответственно, или платить, или пользоваться пиратскими сайтами. Эдуард Николаевич, на одном из ваших выступлений вы говорили о проблеме такой, что у нас единицы ученых, так скажем, да, научных сотрудников публикуют свои статьи в мировых журналах. Вы, если не ошибаюсь, называли 2 или 3 статьи за последние там 5 или 10 лет. Или 3, 2 ваши. Что-то такое вы говорили. Изменилось ли что-то вот за последнее время в этом плане? Появляется ли все больше и больше каких-то работ? Кстати, а здесь есть тоже, я тоже вам сегодня вот пакетом пришлю, есть такая статья, заместитель руководителя ФМБА России Андрей Петрович Середы, который был эту должность занимал, он проанализировал все статьи, которые были опубликованы в 30 ведущих журналах мировых российскими, советскими авторами за всю историю. Ну, там, условно, с Великой Октябрьской революции до 2019 года. Ну, там вот, чтобы вы понимали, у китайцев счет идет на, ну, там, ну, 1000 статей. У американцев, англичан там, там миллионы статей. У нас было опубликовано по ортопедии и травматологии с учетом работ профессора Елизарова. Помните аппарат Елизарова? С учетом его, он самый крутой у нас по цитированиям. Там, я помню, 56 статей за всю историю. По спортивным наукам, по-моему, там 16 или 17. Ну вот все, что надо знать. Ну, как говорят, мы все секретны, у нас есть секретные разработки, наработки. Вот. Ну, вы просто почитайте статьи там и почитайте наши. У вас вопросов вообще не останется. Вообще вопросов не останется. Вообще нет. То есть, понимаете, условно, вы хотите почитать по двигателю активности футболиста. Вот вы хотите у детей. Нашли статью. Структура статьи в приличном журнале, введение, потом дискуссия обязательно, позволит вам полностью сформировать представление о проблеме. Потому что в введении будет написано структура проблемы, как она решается. А в дискуссии результаты своей работы вы всегда сравните с другими работами. И вы уже поймете, где смотреть, что читать. Сразу понимание к действию. Что касается публикации,
Ну, в том году у меня было 9 статей в Q1. Мы публиковали вместе с коллегой из «Зенита» Владимировичем Хайкиным и коллективом авторов из первого меда. В этом году у меня уже 4 статьи вышло, 25 статей находятся в журналах. Но, к сожалению, надо признать, что... Ну вот, я думаю, что мы, наверное, я боюсь ошибиться, но я не ошибусь. Единственным ростком является вот «Зенит» Владимирович Хайкин, врач Потакай Михайлович Бутовский, ну, я, коллектив своей лаборатории, и все. Причем у нас, наверное, единственная статья по футболу. То есть у нас вышло 6-7 статей. Вот у нас последняя статья «Консервативное лечение болезни отрасли артерии у юных профессиональных футболистов». Вот статья вышла, последняя. В журнале International Orthopedics, номер 44 в мире. Вышла по эффекту возраста относительно, вышло 2 статьи. Вот, поэтому здесь, опять же, знаете, Спартак, единственный клуб России, который выписывает журналы последние полтора года, это московский «Спартак». Он выписывает просто 5 лучших журналов в мире, выписывают, и все врачи клуба читают эти статьи. В обязательном порядке читают. Поэтому нам надо, знаете, нам надо всем, надо перестать дуть щеки. И каждый день что-то читать. Причем, знаете, кстати, многие говорят, вот, знаете, я не знаю английского языка. Знаете, я вам честно открою секрет, я тот еще тоже знаток английского языка, на самом деле. Но вот во всех статьях, которые публикуются и так далее, но если вы специалист по футболу, детский футбол, интерес и так далее, поверьте, там набор слов, там, ну, тысяча слов. И вы потихонечку, вы начнете в этом спокойно ориентироваться. То есть, прочитайте. Ну, плюс всегда есть там сейчас хорошие переводчики есть, проблем нет. У меня такое правило. Каждый день я должен о чем-то узнать. Каждый день. То есть 365 дней в году, значит, 365 дней я что-то буду... 365 тем. Вот 10 лет я это делаю, 3600 тем, туберкулез. Нашел статью, прочитал. Про болезнь Шинца. 6-7 статей нашел, прочитал. Шлятер нашел, позвоночник нашел. Каждый день что-то надо делать. Тогда Эдуард Николаевич, пожалуйста, пару слов. Профилактика травм позвоночника у детей. Ну, знаете, мы о каких травмах говорим. Если мы говорим о стрессовых повреждениях, ну, тогда просто надо, ну, если ребенка это не ранит. Давайте не о стрессах. Это катастрофа. Ну, а какие позвоночники? Ну, опять же, вот у нас работа, последняя работа, уже отправлено в стадии журнал количество бессимптомных изменений в позвоночнике у взрослых футболистов. Грыжи больше, чем у половины. Спондилолис у каждого пятого. Можно ли сказать, что грыжи это следствие неправильно выстроенного педагогически-тренировочного процесса? Ну, учитывая, что у футболистов юных и теннисистов юных грыж больше бессимптомных, чем у детей, не занимающихся спортом, то, наверное, да. Есть у спортсменов плюс, лучше клеящий корсет, но вот эти скручивающие нагрузки, это переразгибание, это самый главный фактор спондилолиза, то есть так называемые стрессовые повреждения позвонков. По грыжам, но я призываю не пугаться грыж, у нас слово, у нас, знаете, у нас в стране три самых страшных слова, но слово, ну, артроз, ну, так уже, знаете, ну, в обморок падают, ну, так, самостоятельно в себя приходят, да, вот, слово грыжа, ну, страшно, но привычно, да, если паховые грыжи как-то не очень, да, а вот у меня протрузия, это сразу на диван, и все. Поверьте, не надо ничего пугаться. К сожалению, вот у нас в аудитории, сколько нас сейчас здесь стоит, там 94 человека слушает в эфире, сейчас в прямом, да. Ну, поверьте, что, ну, по статистике, если нам в среднем возрасте 40 лет, то у 40 человек есть грыжа. Вот, ну, даже у большего количества людей. Поэтому не надо делать заключение МРТ из МРТ. Это не руководство к действию. Ну, нашли грыжу, нет симптоматики, да. Причем причин для боли очень много бывает. Но корректное выполнение упражнения, особенно гиперэкстензия, вот как мы любим гиперэкстензию, да, и как мы любим пресс. Капелло приехал в сборную в 2012 году. Первый день тренировок подходит ко мне, говорит: «Док, я вот в реале за год столько упражнений на пресс не видел, сколько сборной сегодня за один день увидел». Вот, да. Ну, без комментариев. Сергей Николаевич, у нас последняя минута, буквально 50 секунд. Пожалуйста, вам спасибо большое. Заключительное слово, пожелание всем тренерам, слушателям. Я могу только одно пожелать. Я, кстати, если два последние, это желаю всем. Каждый день что-то узнавать новое. Каждый день.
И поверьте, я патриот своей страны, я люблю, у нас лучшая в мире страна, но есть вещи, где мы не то чтобы не лучшие, мы лучшие, но просто, ну, пока об этом еще не знаем. Поэтому вот спортивная медицина, ну, наверное, физиология спорта, физиология, называют это так. Ну, мы не самые лучшие, мы никогда не были самыми лучшими, ничего там страшного нет. Поэтому читайте специализированную зарубежную литературу, читайте, делайте дайджесты. Нам нужно на наш вид спорта, нам нужно 10 сподвижников.